юмор, это, понимаете, это мышление, это психология. Это кому, все люди могут смеяться, всем людям дано чувство юмора. А осмысливать жизнь при помощи юмора, это, конечно, это какая-то особая такая, я не знаю, что это такое для меня. Запросила Клару Новікову до нашого міста Рівненська обласна філармонія. На мою думку, ті сотні рівнян, що завітали у п'ятницю до кінотеатру «Україну», а зал був заповнений десь відсотків на 80, не пожалкували про свій вчинок. Адже тепло, що лило зі сцени у вигляді мініатюр, анекдотів, пісень, повністю компенсувало ту низьку температуру повітря, що була у залі. Перед рівнянами виступала справжня актриса. Актриса, ім'я якій Клара Новікова. Я не називаю себе комедійною актрисою, не називаю себе юмористкою. Я актриса в первую очередь, а потом эстрада – это место моего действия. Особливого ефекту на публіку справляла гра актриси з залом, коли звичайні наші земляки ставали співучасниками шоу Клари Новікової. Это уже даже не юмор, это даже вот нечто большее, это не юмор. Это игра с залом, это другая такая какая-то эксцентрика. Нет, мне не трудно. Я это люблю, мне это очень нравится. Причем мне нравится очень раскручивать зал, мне очень нравится задевать людей. Отож, концерт Клари Новікової у Рівному вдався. Задоволення отримали як глядачі, так і сама актриса. А вот сегодня в зале было тоже холодно, но публика мне так нравилась, потому что, знаете, что мне сегодня очень понравилось? Что реакция была не на прямую репризу, как у нас говорят, не там, где должен быть смех, а на актерские вещи. Это бывает в таких... Это бывает там, где такая театральная публика. Не на актерское, не на шутку. Шутка, само собой, шутка. А когда я сегодня такое удовольствие получала от того, что я могла актерски играть, и это понимала публика. Вот что мне было сегодня особо приятно.